Все замечания должны быть устранены до 23 февраля. Именно такие сроки дает Госсадмтехнадзор компаниям, которые занимаются обслуживанием памятников. А замечания есть. Так на аллее слова они незначительны, но требуют проработки. Мы выявили несколько недостатков. Это и отбитая плитка на ступеньках, что может привести к травмоопасности. Не везде проведена очистка снега от наледей. В Расторгове участники рейда обнаружили каток вокруг танка. Да и сам он покрыт слоем ледяной корки. Здесь за чистотой никто не следит. Фотофиксация, составление протокола и следующая точка на карте нашего города. Пересечение улицы Заводская и проспекта Ленинского комсомола. Этот памятник под особым вниманием. Буквально неделю назад начальник Госсанитехнадзора Московской области Викторшева Татьяна Семеновна приезжала в Ленинский район с объездом посмотреть, насколько убрана территория Ленинского района. Вот как раз, где мы стоим, около этого памятника, Татьяна Семеновна сделала замечание. Снег был здесь не убран. Администрация Ленинского района оперативно среагировала на данное замечание. И вот мы видим, спустя несколько дней здесь все замечательно, снег везде убран. Молодогвардейцы отмечают, такие рейды несут положительную динамику, а все замечания сотрудники Госсадмтехнадзора взяли на карандаш. Екатерина Чернышова, Евгений Петров, Видное ТВ.